Ветераны Самарской областной прокуратуры вспоминают Николая Баженова как честного прокурора и человека с большой душой. Участник Великой Отечественной войны в 70-е годы, он был прокурором Куйбышевской области. В 1981-м назначен первым замом генпрокурора СССР. В профессиональный праздник на фасаде областной прокуратуры открыли мемориал в его честь. Наши молодые работники узнают, что у нас был такой выдающийся прокурор области, который поднял тогда престиж Куйбышевской области на высочайший уровень. Здесь проводились у нас в этом здании совещания прокуроров Советского Союза под руководством генеральных прокуроров. И вот отсюда, буквально по заслугам, он стал первым заместителем генерального прокурора СССР. Продолжают славные традиции прокуроры Самарской области. В прошлом году блюстители закона помогали решать проблему обманутых дольщиков. Владельцы квартир в трех домах получили ордера и ключи. Задолженность по зарплате снизилась более чем в 12 раз и сейчас составляет примерно 1,5 миллиона рублей. Под контролем прокуратуры успешно реализуются национальные проекты. Ваша работа имеет огромное значение как для каждого жителя области, так и в жизни страны в целом. От ее результатов во многом зависит сила государства, спокойствие его граждан, социальная стабильность общества. За свой профессионализм в день работника российской прокуратуры более 500 сотрудников получили благодарственные письма, грамоты, ведомственные медали и знаки отличия. От губернатора Дмитрия Азарова, руководства областной прокуратуры, губернской думы и полномочного представителя президента страны. Среди награжденных и Юлия Никитина. Старший помощник прокурора Советского района предотвратила хищение во время строительства дороги по одному из нацпроектов. По требованию прокуратуры были возвращены денежные средства, более 1,5 миллионов в бюджет, которые были оплачены за дорогу, фактически не входящую в программу. Благодарственное письмо за активное взаимодействие с прокуратурой Самарской области получила и редакция телеканала «Самара ГИС». Журналисты программы «События» в 2019 году сняли серию репортажей про работу надзорного ведомства. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.